Луковицы лилии восточной Зоры используются для получения высококачественной срезки и украшения сада привлекательными и очень ароматными цветами. Расти многолетник предпочитает на солнечных участках. К почве растения нетребовательно. Но лучшим выбором будут дренированные, питательные, песчано-глинистые или известковые грунты. Зацветают лилии восточной Зоры в июле-августе. Бутоны очень крупные, диаметром до 22-25 см. Лепестки широкие, окрашены в малиново-красный оттенок и украшены белоснежной окантовкой. Края волнистые. На одном стебле, высота до 120 см, одновременно формируется 12-14 бутонов. Лилия восточная Зора – это многолетнее растение. Цветок окрашен в крупный, красный с малиновым оттенком, по краям лепестков узкая белая кайма, темно-малиновый краб цвет. Интересные цветы лилии могут быть до 20-25 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.